Сегодня около 9 часов утра в Ульяновске произошло очередное ЧП. В гаражном кооперативе «Кировец» в районе Южного рынка случился обвал. Во враг унесло 3 гаража. В одном из них находился автомобиль. Я не знаю, пусть МЧС решает, как это. Он сейчас машину сядет. На место происшествия срочно прибыли сотрудники МЧС. Место обвала было оцеплено. Хозяева гаражей были оповещены. Однако на асфальте образовалась еще одна трещина. Новое обрушение может произойти в любую минуту. Хозяева пострадавших гаражей от комментариев отказались. Слишком велико эмоциональное потрясение. Владелец гаража, находившегося в зоне обвала, пошел на неоправданный риск. Он выгнал автомобиль из гаража, несколько раз проехав по трещине. К счастью, остальные автовладельцы заранее перегнали свои транспортные средства. Говорят, что интуиция не подвела. Представители администрации приезжали на место ЧП, а Алексей Гаев лично осматривал место обвала, но спустя несколько минут покинул опасную зону. О прогнозах говорить боятся. Ждут специалистов из Москвы, работавших на грузовой восьмерке. Кристина Жакот, Юрий Конихин, новости Ульяновской правды.